Бросовые тряпки. Полежите еще 10 лет там. Надеюсь, что на меня хотя бы не будут показывать пальцем, подходить. О, городская сумасшедшая. Они все красные? А, вон тут и красные. В общем, голодная я уже. Все мы носим трусы. Я ношу, вы носите? Надеюсь, что носите. Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. А впрочем, ничего нового. Я додумалась до такой гениальной идеи, как прожить один день в красном цвете. Что за бред, в общем-то, будет происходить? В течение целого дня, с момента моего пробуждения, я буду использовать только вещи красного цвета. Я буду есть только красную еду. Я буду краситься только красной косметикой. Я буду ходить целый день только в красной одежде. В общем, сегодня у меня все будет по красному цвету. Мы с вами еще немножечко пошопимся. При помощи вашей помощи я даже буду выбирать себе какую-то новую одежду. Потом мы с вами даже будем готовить какую-то красную, естественно, на еду. Не знаю, что выйдет из этого эксперимента, но мне очень интересно будет прожить практически 24 часа целиком и полностью в красном цвете. Обязательно поставь на это видео лайк, если тебе понравилась такая идея, если ты хочешь, чтобы я повторила жизнь в других цветах. И, конечно же, после просмотра этого видео напиши, в каком бы цвете ты бы еще хотел, чтобы я прожила свою жизнь. Но, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык, включай себе уведомления об аппликациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Собственно, так как вариантов было не слишком много, из красного в моем холодильнике был перец, помидор, яблоко и малина, мне ничего не остается, кроме как сделать себе салат. Красная еда – это сложно. Мне кажется, нам надо будет пойти потом в магазин и накупить красной еды. То, ну, одним салатом вот таким вот сыт не будешь. Мне кажется, в эту миску, в которой я собиралась сделать салат, вот этот вот помидор точно не влезет. Нужно что-то побольше найти. Я придумала, что я просто отложу какую-то часть себе вот сюда. Помидорки, помидорки. Красные помидорки. Добавлю немного соуса. Между прочим, все честно. У него красная головка. И буду сейчас это есть. Ну да, мое блюдо выглядит не очень аппетитно. Главное, чтобы оно было вкусное. Если помидоры вкусные, то все хорошо будет. Я люблю помидоры. Шикарно. Да, ребята, сегодня я даже мой любимый кофе пить не смогу. Единственный красный сок, который у нас есть, это, конечно же, томатный. Как вам такая идея? На завтрак есть томат с перцем и запивать это томатным соком. Ставь лайк, если ты любишь томатный сок. Давно я не пила томатный сок. Сейчас мне снова вкусно. Ну и что, что нет кофе? Ничего страшного, с томатным соком тоже нормально. Сейчас покажу вам, что у меня тут есть. Смотрите, лак, какой у меня тут имеется. Мне как раз подруга подарила, недавно привезла из Франции. Я им еще ни разу не пользовалась, но он красный. И вот, оказывается, появился повод им воспользоваться. Это лак, просто зацените его. Как вам? Вот им-то сейчас я и буду красить свои ногти. О, ну выглядит это, конечно, просто фантастически. Вы не представляете себе, насколько он живой, не знаю даже. Ох, не терпится мне прямо сейчас накрасить им свои ногти. Правда, не уверена, что получится хорошо, потому что я тут еще профан. Обалдеть. Просто обалдеть. Какой же он классный. Ах. Надеюсь, я не зашкварю свои ногти. Это не лак, это просто катастрофа. Не передать, как круто он наносится. Даже такой криворукий клешня краб, как я, может что-то здесь сделать, наверное. Я сделала ногти. Как тебе, нравится? Нравится, отлично. Теперь под эти красные ногти нужно подобрать красный outfit. Поэтому приглашаю вас сюда, в гардеробную. Приходите, проходите, не стесняйтесь, не надо.
К сожалению, у меня в гардеробе не настолько много красной одежды, как бы того хотелось. Потому что в основном здесь розовые тряпки. Куда вообще столько человеку розовых тряпок? Обложиться ими, что ли? Обложусь. Розовые тряпки. В общем, из красного у меня реально есть только три вещи. Летнее платье, клетчатая рубашка, которая сшита с белым топом, и самый обычный красный вот такой вот худи без всего. Я думаю, что придется остановиться на нем, потому что он наиболее аутентично красный. Что касается нижней части моего туловища, то здесь только, по сути, один вариант. Это вот такие вот красные брюки. Ботиночки. С ботиночками все, конечно, интереснее, потому что у меня есть, например, такой вариант красной обуви. Ну, я думаю, что если я пойду в том аутфите еще вот с этим, вот, это будет вообще странно, поэтому давайте не будем. Есть каблуки пониже, но тоже, знаете, ну такое, короче. Полежите еще 10 лет там. Идеально. И вот, наконец, мы пришли к месту, где все-таки есть чему разгуляться красноте, потому что у меня есть как минимум одна красная сумка, вторая красная сумка, третья красная сумка и даже красный рюкзак. Понятное дело, что эта красная сумка сюда вообще никак не в тему. Но это, конечно, тоже вообще нет, не сегодня, совсем нет. Собственно, вариант остается или поясная сумка Мингхо, с Алиэкспресс, между прочим. Очень элегантная. Смотрите, какая мне нравится она. Классная. Или рюкзак. Не с Алиэкспресс, но тоже не менее от этого элегантный и прекрасный. Вот так вот. Что выбрать, я не знаю. Поэтому, как обычно, решать будете вы. Обращаемся к подписчикам в Инстаграме. Минутка Инстаграм подписоты. Так, верхняя одежда. Все-таки на улице всего лишь середина весны, а это, знаешь, что там пипец как холодно. По верхней одежде есть вот такая вот кожаная куртка. Я думаю, я в нее просто не влезу, потому что она и так маленькая достаточно. Это, конечно, стильно и модно, но... Ах, но нет. Да, давайте посмотрим какой-нибудь другой вариант. Это однозначно, я считаю, не лучший образ. Так, второе красное одеяние выглядит вот так. Также есть третий вариант. Надо его тоже рассмотреть. Это вот такая вот тоже красная пуховая курточка. Правда, думаю, в ней будет жарко. Какой вариант? Какой вариант вам кажется самый нормальный? Первый, второй, третий? Никакой. Я голосую за второй вариант. Мне кажется, это будет самый нормальный выбор. Как вы могли уже заметить, какой-то макияж плюс-минус у меня уже есть на лице, поэтому мне нужно будет только его дополнить красными элементами. Ну, начнем с красных, пожалуй, теней. Вот они, красные прекрасные тени. Вот мои глаза, на которых теней пока еще нет, и сейчас они там появятся. Гениально просто. Вот что ты сказал только что, и главное, зачем? Так, для начала я возьму оранжевый и нанесу его в складку верхнего века, вот таким вот образом. Теперь вот уже наношу именно сам красный цвет. Его я наношу более глубоко, вот сюда, вот четко-четко, прямо во внутреннюю линию складочки нашей. Мне кажется, я похожа на городскую сумасшедшую. Я сейчас чувствую, в торговом центре будет полный пипец. Главное не увидеть своих подписчиков, а то реально подумают, что я поехавшая какая-то. А я просто видео снимаю. Хотя, знаете, если я кого-то встречу, будет даже более забавно, потому что они будут, наверное, ко мне подходить, просить фоткаться, а я вся такая странная. Неудобная ситуация. Теперь обратно беру оранжевый и дублирую прямо поверх красного цвета, чтобы было более интенсивно, более насыщенно. Думаю, что достаточно интенсивно получается. Теперь возьму чуть-чуть желтый, еще оранжевую и прям желтого добавлю,
чтобы цвет был более-более яркий и красный, а не уходил в розовый. Сюда просто нанесу желтый, у нас как будто эффект огня на глазах будет. Кстати, на удивление, мне даже нравится. По-моему, выглядит очень прям вот очень интересно и ход. Нижнее веко даже не хочу трогать, потому что получается достаточно странно и круто. Припудрю немного лицо, после чего нанесу румяна. С румянами вот с этим надо будет очень осторожно быть, потому что они, знаете, они гиперпигментированные, и если я сейчас промахнусь, будет просто полный пысос. А мне бы того не хотелось. Ну, вы поняли, да? Что ж, придется смешивать с пудрой и каким-то образом все это убирать. И последний момент – это помада, точнее карандаш. Я его, кстати, уже показывала в видео с обзором косметики BTS. Вторая волна. Мне он очень-очень понравился. Сейчас увидите, почему. Ну, как-то так. Что ж, настало время приключений. Поехали-ка мы по магазинам. Шопиться, ходить в ресторан и потом встречаться с друзьями и идти в кинцо. Блин, я только что поняла, что у меня, короче, чехол на телефон вообще ни разу к красному цвету не относится. Что ж, придется сейчас еще доставать все свои чехлы и пытаться перенарядить его в какой-то красный чехол. Хотя, по-моему, у меня нет красных чехлов. Так, это все мои чехлы, которые у меня есть. Как видите, красного среди них вообще нет никакого. Единственный чехол, на котором красный хоть как-то виден, это вот этот вот чехол с красными сердечками. Ну, окей, ладно, придется его надевать, что поделать. Мы приехали в торговый центр. На самом деле, планов достаточно много. Нужно поделать фоточки, зайти в магазин, купить себе одежды. Ну что, где здесь красные? Я не вижу красные. Это не красное. Похоже на красное. Вообще не красное. Ну, пойдемте искать, что поделать. То есть я правильно поняла, да? Мы пришли за красными трусиками. Ну, почему бы, собственно, и нет? Все мы носим трусы. Я ношу, вы носите? Надеюсь, что носите. Если не носите, лучше мне об этом не говорить. Потом сходить еще в кино. И да, еще мне нужно поесть. Вы, блин, себя даже не представляете, как сильно мне хочется жрать. 8:30. Первый раз в день я ела где-то часов 12. В общем, голодная я ужас, поэтому сейчас мы пойдем покушаем. Не знаю, правда, что я буду есть из красного меню, но заодно и посмотрим. Пойдемте, короче, пожрем. Жрать, жрать, жрать. Ну что ж, мы наконец добрались до ресторанного дворика. Сейчас надо будет выбрать себе какую-то еду, чтобы покушать. И, конечно же, проблема будет заключаться в том, что... Ну ты пойди найди еще красную еду. Вот какую красную еду вы вообще помните на своей памяти? Я только борщ. И, возможно, еще я ассоциирую, знаете, такие красные роллы. Калифорния, да, они, по-моему, называются? Вот они в красной посыпке. Собственно, что получается? Мне сегодня есть Калифорнию с борщом. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Может быть, не только Калифорния и борщ. Роллы, пользуясь случаем. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, борщ. У вас есть? Есть. А какой из них красный? Они оба красные. Они оба красные, я просто красные ем. Просто один со сметаной, а второй без сметаны. А давайте тогда без сметаны, который постный, да. Без копчености. Без копчености, без всего, да. Булочки. Да, 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 здесь. Хорошо. И еще мне, пожалуйста, крафтовый чай с ягодами. Хорошо, там их три вида, выбирайте какой. Они все красные? А, вон только красный. Нет, красный только с клюквой. Давайте тогда с клюквой чай. Отлично, спасибо. Привет. А ты чё вся при параде красном? А у тебя какие-то вопросы, да, к моему аутфиту? Тебе не нравится? Ты издеваешься? Красной дорожкой, как бы. Знаешь что? Знаешь что? Я только что снимала видео. Так. Один день в красном цвете. И ты, дорогая моя, за то, что ты до меня докопалась, теперь тоже будешь его снимать. Я передаю тебе этот челлендж. Снимай один день в зеленом цвете.
Степень того, как мне некомфортно ходить в таком виде, нельзя описать. Это, правда, какой-то совершенно новый опыт по выходу из зоны комфорта. Ну, казалось бы, ну что такого в полностью красной одежде? Ничего. А все равно чувствуешь себя странно. Поэтому я считаю этот эксперимент и для меня отличная история и опыт. И, кстати, для вас. Не замыкайтесь в своих манимерках и давайте делать то, что обычно не делаете. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Что ж, так и закончился сегодня мой день с этим удивительным и одновременно очень странным опытом. Один день полностью в красном цвете. Обязательно напишите в комментарии, какой следующий цвет вы бы хотели, чтобы я повторила, если вы вообще хотите повторений этого безумия. И, пожалуй, я пойду, потому что на улице уже очень холодно, а у меня как бы тут летний бомбер, а тут как бы у нас апрель, и как бы я уже замерзла. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!